немножко спуск как-то снимаю, потому что подъем я не снимала, я тут задыхалась. Ну, не шибко, прям, что прям ужас-ужас. Нет, не ужас. Нормуль. В нормальном состоянии. Даже в ненормальном тоже нормуль. Вон там наши снимаются. Сейчас к ним пойдем. Требовать места под солнце. Но вообще вся прелесть в том, что если ты даже отстал, убежал вперед или затерялся где-то в середине, один, тебя никто не дергает. Вообще шикарно. Ходи, снимай, фотографируй. В принципе, никто особо не торопит. Все приблизительно в одном темпе двигаются. Поэтому можно всего красивого наснимать. Я прям влюбилась вот в этот вид декольте и гора там. Как-то так.